каким-то странным образом, то есть непонятно, я так ее назвала, странная песня, вроде бы как она мужская, и как будто бы рассказывает историю кто-то посторонний. Так и назвала ее, странная песня. Сейчас мы подождем. А я пока расскажу еще про Оазис. Пока мы ждем, пока все усядутся, гости. Мне очень приятно, что много людей пришло на мой концерт. Я очень вам благодарна за это. Я вижу своих коллег, я вижу своих друзей. Я вижу любимых моих людей, родственников. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Ну, а про Оазис скажу вот что. Я не побоюсь этого слова. Мы, наверное, лучшие творческие силы в авторской песне в нашем городе. И это не раз доказано нашими достижениями, нашими победами. Может быть, город недостаточно много внимания на нас обращает, но мы все-таки представляем наш город и гордимся нашим городом. И нам очень приятно, что мы живем в нашем городе. Я хочу продолжать тогда, раз никто не садится больше, решили на балконе люди стоять. Итак, про странную песню начал разговор. Волосы растрепал ветер весенний, снова всю ночь не спал, снова в смятении. Мчатся в глухую ночь, тянут неумолимо сквозь непроглядный дождь окна твоей любимой. Не считал, не знал пролитых ею слез, голос ее поймал, ветер куда унес. В окнах забытый свет, в сердце ее покой, в доме ее нет, пой до утра пой. Вот он я здесь, перед тобой, как есть, весь твой. Все для тебя, и снега, и цветы. Я твой.